Всем привет! Мы с вами в Ингушетии. Ну, вообще не мы с вами, я со своей семьей в Ингушетии. Мы проезжаем этот регион, пока делаем большое турне по Северному Кавказу. Очень интересная, самобытная страна, вся горная, все дороги горные, куча красивых серпантинов, гор, видов, долин, то есть шикарные места, очень рекомендую вам побывать. Мы конкретно остановились в лагере Кизи, это вот там вот впереди, там видите, вагончик торчит, такой МЧС, вот там. Но это потому, что там живут, как бы не живут, там наши знакомые работают, и мы просто приехали и остановились у них. Найти ночлег здесь также не проблема, но такую вот нотку добавлю, что погода в Ингушетии очень меняется быстро. У нас вот буквально 5 минут назад был проливной дождь, был сильный ветер, и было такое ощущение, что начался конец света какой-то, был туман, видимость была там 3-4 метра. А вот сейчас уже солнышко светит, и мы отдыхаем. Поэтому обязательно приедьте в Ингушетию, приезжайте. Ну, а меня уже зовут. Пока. Thank you.